Воспитывать двух близняшек, которые хотят побороть всех мальчишек, заботиться о близких, создавать уют в своей семье и помогать другим семьям выбраться из жизненных неурядиц. Наша землячка Евгения Вапельник успевает все это делать, сохраняя женский шарм и обаяние. Собрать всю семью Вапельник за одним столом не так просто. Муж Виктор часто бывает в командировках. У старших дочерей плотный график – учеба и занятия борьбой. Маленький Саша ходит в детский сад. Сама Евгения работает психологом в социальной службе. Ее задача – помочь семьям, попавшим в трудную ситуацию, выйти из кризиса и жить дальше. Супруг рассказывает, что жена чудодейственным образом повлияла и на него. До создания семьи он был другим человеком. Не очень хорошим, а сейчас вот такой семьянин стал. Как он стремительный к чему-то, подталкивает, когда уже не хочется что-то делать. Поддерживает тоже в разных ситуациях. Просыпаясь каждое утро, Евгения настраивает себя на успешный и продуктивный день. Как психолог, она знает, что лучше всего мотивирует и придает сил положительная установка, а также ободряет и детей. Во всем нужна мудрость, где-то хитрость и доброта. Приободрил, похвалил и главное распределить обязанности. Чтобы, если говоришь одно дело сделать, однозначно никто не пойдет его делать. Нужно конкретно. Ты делаешь это, я делаю это. И обозначить, что я тоже чем-то занимаюсь, не бездельничаю. Тогда дети видят, что если все родители занимаются каким-то трудом, и они, соответственно, тоже выполняют. Алена и Аня – мамины помощницы и спортсменки. С раннего детства девочки были очень активными. Порой справляться с энергией близнецов было непросто. Родители вспоминают, как приходилось исправлять последствия детских проделок. Когда одна из сестер нацарапала камнем на новом автомобиле родственника буквы и рисунки, было нелегко. Но когда подобная история случилась с машиной соседа, Виктор знал, что делать. Пиратский гвоздик и засунула в руль. И объезжала эту машину, нечаянно упала. На кочку. И с одной двери до другой такая же полоса. Мужчина выходит и говорит, ой, что же делать, я ее хотел на продажу поставить. А я говорю, я уже знаю, куда даже ехать. Мы поехали, и все так, малым испугом все обошлось. Глава семейства решил направить огромную энергию Ани и Алены в мирное русло, а именно в спортивную секцию. Самбо и дзюдо подошли идеально. Сейчас, рассказывают девочки, они редко могут позволить себе даже просто полистать интернет-страницы. Приходим со школы, кормим скот, собак, потом идем на тренировку. Домой убираемся, делаем уроки и спать. Спорт учит сестер рассчитывать на собственные силы и добиваться поставленных целей. А если случаются тяжелые моменты, девочки знают, любимая мама их всегда поддержит. Хвалю. Похвала – лучшая поддержка в трудный момент. Хвалю, потому что действительно есть достижения, есть за что похвалить. Они мне помогают и по дому, и с братишкой помогают. И в школе они не из худших, учатся неплохо. Ну, не сказать, что отличницы круглые, ну, стараются, по крайней мере. Я, собственно говоря, с ними уроки и не учу, они мне самостоятельные во всех отношениях. Папина богатырская сила и мамина ласка помогают на соревнованиях. Алена и Аня добиваются успеха в спорте. За 7 лет занятий борьбой у каждой сестры накопились тяжелые гирлянды медалей. Эта моя медаль самая драгоценная. Я ее получила в городе Крымске на краевых соревнованиях по самбо. Соревнования дочерей, рассказывает Евгения, всегда большое переживание для материнского сердца. Когда они борются с кем-то, я всегда кричу, поддерживаю, я не могу быть равнодушной в этот момент. Когда они вдвоем, я не могу конкретно за кого-то болеть. Поэтому я сижу молча и переживаю, потому что я, если я буду заодно кричать, другая обидится, естественно. Сами девочки говорят, что им спокойнее, когда мамы и папы нет на трибунах болельщиков. После соревнований Аня и Алена любят отдохнуть вместе с братишкой и родителями. Я повез мои копы на каток кататься. Ну, мы с мамой катались. Она там падала, мы поднимали. Возможность выбраться куда-то всем вместе появляется нечасто. Быстрый темп жизни и большие нагрузки порой дают повод для таких историй. Я люблю вообще планировать все с вечера, весь свой и рабочий день в том числе. Ну тут как-то день у меня пошел не так, не задался, все мои планы нарушились. Вечером после работы надо было ребенка забрать с тренировки и спокойно ехать домой. Я поехала почему-то за сыном в садик.
приехала, начала его искать по площадке. Воспитательница, причем очень была удивлена, почему я это делала. Говорит, ты же меня предупредила с утра. Приезжаю домой, выходит моя вторая дочь, говорит, а почему ты Аню не забрала с тренировки? И я вот расстроилась, не знаю, приехала, смеюсь, говорю, ну, даже всех детей порастеряла. Один дома, поехала в садике ищу. Евгения – душа своей семьи. Человек, который по-настоящему притягивает. Душевное тепло и уют всегда привлекали в этот дом друзей. В семье Вапельник любят и животных. Твердое убеждение Евгении в том, что человек, любящий зверей, никогда не обидит людей, отражается в ее собственной жизни в полной мере. Накануне Дня матери мы желаем Евгении и всем мамам Белореченского района здоровья и возможности как можно чаще проводить время вместе со своей семьей. Екатерина Лукьянова, Сергей Чернецов. События и люди.